Ну что ж, здравствуйте, дорогие товарищи. Поиграем в Gunfire Reborn. На сегодня у нас испытание «Охотник за головами». Ну и поскольку критические уровни, критический урон, то, собственно, снайпер, электровеник нам в помощь. Терапевтические восстанавливают здоровье. Забавно. Давайте. Опять пустыня. Давайте. Интересно. Давайте. Давайте вот так вот. Кирпич. Принайски, это интересно. Ну такой себе. Кирпич, конечно же, кирпич. Это продадим. А это возьмем. А, ну еще и так вот. Это будет прекрасно. Не, фигня. Я не люблю этих энтузиастов. Ну, допустим, мало ли там я буду прыгать. Ай. Что у нас такое? Это, я полагаю, поменяю. Ну, кирпич, конечно. Так, прекрасно. Как мне кажется. Пам-пам-пам-пам. Будет. Черт его знает. Пойдем так. Урона не дайте, да? Где ты там? Ну, наконец-то. Thank you.
развитый. А, это было просто. Прикольно. Так, это что у нас, кстати, особые снаряды, крупные снаряды, да? Фигня. Сдаем. Каждый 4. Интересно. Фигня какая. Я, конечно, с... Фигня какая. Дайте мне. Мало будет. Сейчас, конечно, я буду тратиться, так что... Посмотрим, как это сработает, а? За что у кого-то рожа против кирпича? И это определенно не я. Даем. Хорошо, это приятно. У нас тут правильно. Сокровищница. Он медленно опускается. Продаем. А? Вот это вот. Фигня какая-то. Не в этот раз, извини. И что? Всем пурурюм. Да, это нам надо, это нам на руку. Что, если не критически, то и разницы особо нет. Это так. Так.
ракетными снарядами. У меня нету таких. Это тоже фигня. Давайте вот это вот, значит. Все, другого выхода нету. Взяли все, что надо. Ай. Что, что? Эй. Такой. Главное накопить правильные свитки. Отлично, хорошо, неплохо. Так. Мне интересно. Там. Вблизи. Как любит говорить Хиггс. Че непонятно, как она работает здесь. Такое ощущение, что все дополнительные навыки в этом испытании сломались. Берем. Дело хорошее. Щит всегда восстанавливается. Нормально. Поехали. Сокровищница, да? Пойдем в сокровищницу. Где мой кирпич? То есть рано или поздно она все равно.
двигаться. Чё, он открывается? Ей, а у меня всегда максимальное здоровье сейчас. Ха-ха. Теоретически. Один, это всегда ж максимально. Нету. Давай, давай, давай. Да, хорошо, хорошо, замечательно. Да бля. Удача. Да. Вот моя удача пришла. Эй, вот он, блин. Ну так себе, конечно. Учитывая, что у меня один здоровье и 20% от одного, при округлении получается странная математика. Дэм. А, стой. А если... Что? Оу, кто там у нас такой? Я снайпер. А, прикольно, они начинают друг другу мочиться. Да блин. Ты еще есть? Вроде никого. А, Ты как пришел сюда? Красавчик. Пум-пум-пум-пум. Это интересно. В остальном, ну, такое себе, конечно. Хм.
Ну тут не допереведено, неинтересно. О, вот это хорошее, давайте. У меня нету ни одного проклятого свитка. О, кирпич. Покупаем. Покупаем кирпич. И вот это хороший был. Тихие, неинтересно. Вот это вот. На критах будем жить. Так. А? Тоже продаем? Где наш там? Черепашка? Черепашка. Эк, надо перетравить эту дрянь. 46 хитрит квадрит. Ага. Дофига. Травление. Травление. Я за это все. Нет, нет, не надо. Не надо. Погоди, постой, кстати, интересно. 65% урона. Урон от коррозии. Ядовитый кирпич. Критические выстрелы, да. Ну, не так, чтобы там офигеть как, но тем не менее. Отойди от меня. Ну, посмотрим на этот. Это ж просто режим садундас какой-то. Нет, вам не кажется? Да, настройки ожидалось нехватки кирпичей. Что-то как-то вот этот вот... Вот этот вот товарищ мне как-то не очень это самое. Ну, хуже не будет. И вроде как... Нет, у меня проклятый свиток. Не брал. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
О, это хорошо. Не убьет, но хотя бы замедлит. Тоже приятно. Что-то у нас... О, это хорошо. Потому что что? Потому что есть кирпич. Надо было патроны. Ладно, перетравим потом. Вот сейчас и перетравим, кстати говоря. Ну, такое себе, конечно. Ну, такое себе, конечно. Ну, допустим. Так. Нельзя, да? Пускай будет критический урон. Так вот, да? Да. Ну что? Ну что? Купленные свитки. Ага, фигня, 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 фигня. Угу, хорошо. Ну что, пойдем. Дарим по мордасам кирпичем. Я тут понимаю, что либо... Это было быстро. О, что-то там еще дали. Конечно, вроде как все есть. Ух, снайперка. А, фигня. А, ничего, ни на что это сейчас не влияет, просто балуюсь. Угу. Что, рожа просит кирпича, отлично. Да, супер. Как-то так. Ну что ж, спасибо, что смотрели. Лайки, подписки и прочая фигня. Обязательно заходите в описание, там ссылки на дискорд сервера Кооператив Дружба и Humold Russian Fleet. Humold выйдет 8 марта, третья часть, а Кооператив у нас каждую пятницу по вечерам ночные посиделки. Так что заглядывайте. А в остальном увидимся в этой или в другой игре. На сегодня всем пока-пока.